Помимо дураков и дорог, в нашей стране уже давно назрели и беспокоят общество не менее значимые проблемы. Ну, например, отсутствие достаточного количества парковочных мест. Вследствие этого автолюбители бросают своих железных коней, где придется, в том числе и там, где парковка запрещена. На газонах, под знаками, на пешеходных переходах. Проблема ощутима, доставляет реальные неудобства как водителям, так и пешеходам. Она активно обсуждается властями, но от обсуждения этого толку немного. Тем более, что и сами чиновники зачастую нарушают ими же принятые законы. Действительно, есть приоритет чиновников. Они безнаказанно, скажем так, паркуются. Ну, потому что есть возможность, наверное, у них. Здание муниципалитета на пересечении улиц Радищева и Свободы. Запрещающих знаков здесь, на удивление, немного. Хотя улочки довольно узкие, череда машин явно мешает нормальному движению. Справедливости ради стоит отметить, сегодня возле самого здания автомобилей единицы. Бывает такое нечасто. Мешают ограждающие конструкции. Хотя нашим автомобилистам и они не помеха. Ну, я стараюсь соблюдать, конечно, не ставить под знаками. Но в данной ситуации я приехал, я просто вынужден здесь стоять. Вроде бы здесь, возле здания муниципалитета, затеяли ремонтные работы. Весьма кстати. Как раз после пресс-конференции, на которой нерадивыми чиновниками обещали заняться в первую очередь. Начнем, наверное, с офисов их государственных, муниципальных органов власти и так далее. То есть это элементарно. Будут члены этой такой, будем, сводной комиссии утром приходить, ну, образно говоря, к администрации города Рязани, и будут разъяснять незадачным автовладельцам, что есть знак, который основан на правилах дорожного движения, остановка, стоянка запрещена, и как-то будем проводить эту работу. Помогут ли подобные меры? Вопрос риторический. А то, что чиновникам начинать работу над ошибками нужно с себя, очевидно. Ведь зачастую им просто лень воспользоваться предназначенными для них же парковками. Зачем идти лишних 100 метров, когда машину можно безнаказанно оставить на обочине? А то, что она кому-то помешает, так это только их проблемы.